среду в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем минус 5, минус 10 градусов, ночью 11-13, ниже 0. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо. В светлое время суток минус 6, в темное минус 10 градусов. Восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти переменная облачность. Днем минус 7 градусов, ночью 9, ниже 0. Юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно. Днем минус 7 градусов, ночью минус 11. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.